хорошие сборы были, хорошо поработали, команды были такие, разные команды были. Две украинских команды, которые такие бойцовские, хорошие. Вот. Потом Шериф, я считаю, команда, которая в групповом этапе Лиги Европы играла, тоже до меня вот основную ставку я на эту игру делал. Вот. Ну и Торпедо Москва, это как раз показало все наши огрехи и показало, что только, наверное, игровая дисциплина, только, наверное, максимальная самоотдача может позволить нам достигать положительных результатов. Но когда три человека выпадает в игре, когда, как сказать, эмоции преобладают над разумом, ну, происходит такой конфуз. Но это футбол, здесь все возможно. Всю игру атаковали, и моменты были, но я считаю, что некоторые игроки выпали и не вошли в игру. А игру с Шерифом как охарактеризуете? Положительно. Очень хорошая игра была, очень такая показательная, и ни один футболист не выпал. Скорости хорошие были. Ну, на эту игру я как бы и делал ставку. Вот. Ну, очень. Я доволен вот двумя сборами, какие у нас команды были, какие были соперники. Сейчас возвращаемся домой, у нас еще есть 3 недели до подготовки, поэтому все отлично. Я думаю, что морозы уже в Минске спали. Какие-то спарринги планируются еще? Да, у нас еще будет, получается, 4 игры. Это мы 17-го сыграем 2 игры со шведами и с Гомелем. Потом у нас будет игра с Тракаем. И все, и уже чемпионат. Все здоровы? Ну, по идее, да. Все, все так уже как бы набирают через игры кто-то форму. Вот, но в целом я так доволен, что лазарет уже опустел.